Быть 24/7 в курсе происходящего в Ростовской области, выезжать на происшествие по первому звонку, добывать эксклюзивные новости, верстать повестку. Тут люди, которые формируют информационную платформу региона. Они вещают на разные темы, помогают разобраться в проблемах, рассказывают об открытиях в науке и развлекают. Ежегодно лучших из лучших поощряет губернатор Василий Голубев. Мой материал посвящен одной из трудовых династий Донского края. Это семья тружеников, семья металлургов. Я очень прониклась их историей, их подходом к жизни и к работе, и действительно вложила всю душу. Я думаю, поэтому мой материал запомнился и занял призовое место. В 2022 году журналистами региона было подано 123 заявки. Это более 600 материалов. Из них 55 от периодических печатных изданий, 25 от изданий в информационно-телекоммуникационной сети интернет, 5 от радио и 38 телеканалов. Работы были по разным стратегическим направлениям: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива, индустриализация, интеллект. Я получила награду в номинации «Открытие года», подавала работы на различные темы. Это и социальные проблемы, и популяризация исторического центра Ростова. Рассказывала о выдающихся личностях нашего региона. Естественно, я буду продолжать заниматься любимым делом и рассказывать о развитии нашей области. Наибольшее число заявок было подано в номинации «Специальный приз» губернатора Ростовской области за журналистское мастерство. Благодарен всем вам за то, что вы всегда повестки и оперативно реагируете на самые сложные, непростые вызовы. Известно, что в эпоху информационных войн первой жертвой становится правда, и в этих обстоятельствах особое значение приобретает профессионализм и объективность средств массовой информации. В этом году презентовали и новую награду от Ростовского отделения Союза журналистов России. Это стеклянная статуэтка с логотипом. Наше региональное отделение учредило вот такой вот приз. Он будет ежегодный, мы будем вручать лучшим редакциям, лучшим журналистам. Сегодня такая презентация небольшая, это первый приз, который получает вот Миллеровская газета «Наш край». Все победители журналистского конкурса получили благодарственные письма и денежные вознаграждения. Елена Сарксян, Алексей Покатило, Дон-24, Ростов-на-Дону.